Мишка, ты знаешь, какой сегодня праздник? И знаешь, почему я тебя так нарядила? Даника, ну кажется, все наши мальчики забыли про 8 марта и про подарки тоже. Не плачь, может быть, они все-таки вспомнят еще. Что-то мои девчонки совсем не выходят. Ой, Ника что-то капризничает. Наверное, пора уже подарки дарить, у меня-то все готово. Одной цветочки. Второй. Так, и пакеты мои. Так, одной подарки. И второй подарки. Неужели они думают, что я забыл про праздник 8 марта, а? Папа идет! Красавицы! Праздничка у вас! Папа! Цветочки моим принцессам держи, не Фусе и Софусе. Да-да, Никуля, это подарки. Это тебе, а это Софуньке. Ника, сколько подарков? Давай распаковывать. Папа, иди ко мне, будем распаковывать. Ника, чьи подарки будем смотреть? Давай на считалочку. Эники, Беники, ели вареники. Эники, Беники, бац. Мой выпал, значит, открываем твой. Ребята, а вы хотите узнать, что нам папа подарил на 8 марта? Давайте посмотрим. Вау! Ника, какой кошелечек тебе. Будешь сюда свои монетки, будешь копить на что-нибудь. Нравится? Со звездочками, какой же он красивый. Тоже еще тебе подарили? Ого-го! Сколько соков и пюрешка! Папа знает то, что ты их любишь. Что же еще, ребятки? Вау! Это же развивающие карточки. Одни с животными, другие с азбукой. Ника, будешь все изучать? Да? Мяу, правильно. Котик, тоже дальше. Ого-го! Смотри, какое красивое розовое платьице. Тебе идет. Давай следующее. А это голубенькое, прям как на тебе, только с цветочками. Что же еще есть? Ого-го! Рафаэлки! Это наша любимая с тобой конфетки. Обязательно с тобой потом попробуем. Что же у тебя еще? Ничего себе большая шоколадка! Надо будет поделиться со всеми. Что же там еще? О, Ника! Лол сюрприз! И резиночки с единорожкой. Давай же скорее лол сюрприз открывать. Ты ж еще никогда не открывала лол. Видишь, по замочку. Давай же скорее открывать. Тут у нас пакетики. А что же в пакетиках? Тут у нас есть специальная карта. Показывает, какие есть куколки. Вот такие, Ника, есть куколки. Давай открывать. Вау, какая одежда! Розовая маечка и шортики синенькие. Модная у тебя куколка будет. Вау, Ника, какие прикольные очки с ушками. А что же в этом пакетике тебе интересно узнать? Вау, какая прикольная, ребята, бутылочка. Тебе нравится? Никушка, это для лол. А это, наверное, лол. И да, Ника, это лол. Вау, ребятки, смотрите, какая она красоточка у нас. И какая у нее прическа. Гулька. На, рассмотри. У нас еще 3 пакетика осталось. Давайте откроем вот этот. Ла-ла. Интересно, что тут. Вау, здесь у нас вот такой обруч. Это да, на куколку. Ты пока одевай, а я буду следующий открывать. Здесь, наверное, ботиночки.
Так, ботиночки. Смотрите, ребята, какие прикольные. Вау! Ника, здесь у нас вот такая сумочка. Очень модная. Ладно, Ника, ты пока играй со своей куколкой, а я буду свои подарки распаковывать. Что же мне папа подарил? Ого, ого! Это же набор косметики! Я, ребята, очень люблю краситься детской косметикой. А если вы тоже любите, то ставьте лайки. Дальше у нас... Вау! Ребята, это же рисование на фресках. Ничего себе, их там аж 10 штук. Вау, ребят, дальше у нас конфетки чупа-чупс. Шок, они очень кислые. Давайте дальше. О, резиночки, как у Ники. Вау, помада с клубникой и тоже чупа-чупса. Чупик. Наклейки, миньончиков, на телефоны и на компьютеры. Офигеть, ребятки, самое большое. Это кукла Лол Сюрприз. Давайте-ка ее быстрее распаковывать. Она не то что маленькая, она большая. Ника, будешь смотреть, какая у меня Лол? Стрелочка, чтоб достать. Вау! Смотрите, какая девчонка! Вау, ребята, ее зовут Черри. Так, достаем, что же у нас есть. У нас есть тетрадь Черри. Туда же две странички. Так, открываем первую коробочку. Здесь у нас пакетики. Это у нас вот такие каблучки. Я тоже себе такие теперь хочу. Следующая коробочка. В виде шкафчика. Вернее, в виде ящика. Здесь у нас тоже пакетики. И здесь у нас такие очки. Очень модные, ребята. И такая расчесочка. Ну-ка попробуем расчесать волосы. Хорошая. Дальше, ребятки, вытягиваем. Ой, что-то вылетело. Интересно, что это? Это у нас сумочка в виде кубика. Она еще что-то делает. Она еще, ребятки, открывается. Дальше у нас идет куколка с пакетиком. Так, что это? Вау, это такая джинсовочка. Давайте-ка ее рассмотрим. У нее розовые волосы, очень красивые, с челкой. Посмотрите, как ее ручки в разные стороны сгибаются. И в локте тоже. У нее очень красивый топик и штанишки. Еще белые гольфики. Обалденная куколка. Если, ребятки, она вам нравится, то ставьте лайки. Мне она очень нравится. Ну, вы были на канале Сафуня Шалуня. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.